Приветствую вас, полюбить себя, это запрос на серьезную психотерапевтическую работу, Вероника, нет какого-то универсального ответа, универсального рецепта на то, чтобы это сделать, потому что для каждого человека это свой путь. Есть определенные направления, которые в той или иной степени дают человеку возможность принять себя, да? Вот, в первую очередь это так называемая self-парадигма. То есть, что такое self-парадигма? Self-парадигма — это мои представления о себе. Вот, то, как я себя вижу, то, как я себя воспринимаю, вот. Момент здесь заключается в том, что вы сами нарисовали себе определенную модель самой себя, вот, и не соответствует этой самой модели, которую самой себе, которую вы сами себе же нарисовали, вот. И надо сказать, что было бы, вообще говоря, довольно странно, если бы вы этой модели бы соответствовали, потому что, ну, как бы, не совсем это, мягко говоря, реалистично, повторюсь. Вот. Поэтому идея здесь такая, именно идея здесь такая. И работать, как мне кажется, нужно именно в этом, собственно, направлении. В направлении того, чтобы отказываться потихонечку от своей вот такой self-парадигмы, что называется, да, вот, и двигаться больше в направлении себя, в направлении того, что вы действительно себя представляете, какая вы действительно есть. Вот. Лишний вес также может являться результатом обесценивания себя, результатом проблематики личных границ, вот, и так далее. То есть тут тоже, мягко говоря, не совсем все однозначно, вот. Поэтому тут нужно смотреть, вот. Тут нужно изучать, вот, ну, вот этот момент, вот. Для чего, опять же, да, для чего? Чтобы вы лучше могли, в себе разбираться. Вы лучше могли себя понимать, вот, потому что сейчас вы вот скорее всего не очень хорошо себя понимаете, вот, и наша задача как раз вот в том и заключается, чтобы помочь вам это сделать, помочь вам себя понять, вот. Помочь вам лучше себя воспринимать, вот. Ну, это уже больше вопрос именно касается как бы, ну, индивидуальная работа, вот. В основном это именно вот проблема, так сказать, self-paradigm, вот. Ну, в основном это именно вот проблематика того, что у вас есть вот некоторые себе представления, которые, себе представления есть, которые вы пытаетесь на себя примерить, они вам, ну, откровенно говоря, не подходят. Вот.
И как раз задача заключается в том, чтобы перенаправить вас, ну вот, на немножко другое направление. Вот, не то направление, в котором вы сейчас находитесь. Вот, пожалуй, то, что я хотел бы вам сейчас сказать. Каких-то таких советов, да, каких-то вот, универсальных решений нет. Потому что вы как-то вот сами к этому пришли, да, то есть вы как-то сами пришли к тому, чтобы, к себе так относиться, вот. И ваше отношение к себе связано с тем, что вы не размещаете то, что вот у вас есть, ваши эмоции, ваши чувства, ваши переживания в контакте с другими людьми и с собой. Вот. Знаете? Так что вот, такой момент. Это проживание всех ваших чувств, боли, это культивирование интереса к своей жизни. Это личностный рост, то есть выход на более высокие ценности. Вот сейчас у вас такие ценности, что если я там, если у меня лишний вес, да, то есть как бы то, что со мной что-то не так, вот, и так далее. То есть это все решается вот данными работами. Вот. Немаловажный момент заключается в том, что вам вообще интересно. То есть людей с лишним весом не сказать, чтобы очень мало, но почему кто-то переживает из-за этого, а кто-то нет. Конечно, есть много достаточно факторов, определяющих это. Вот, но один из важных факторов заключается в том, что человеку не интересна его жизнь. То есть, если мне есть чем заниматься, если мне есть что делать, если я увлечен тем, что я делаю, вот, то мне некогда вообще думать о том, что там, у меня может быть там проблематика, лишний вес и так далее. Вот. А так получается, что эта проблема, она присутствует. Вот. Поэтому очень важно, чтобы вы на это обращали свое внимание. И очень важно, чтобы вы культивировали интерес к своей жизни сами. Вот. Но важно понимать, что самостоятельно сделать этого невозможно практически. Что нужна как бы помощь психотерапевта, вот каких-то таких, значит, каких-то универсальных способов, да, их не существует. К сожалению, к счастью, и их просто нет. Таких вот способов универсальных.
Поэтому ваш вопрос это запрос именно запрос на психотерапию. Вот. Ваш вопрос это запрос на психотерапевтическую работу. Вот. Ну, вот, какой-то определенной длительности, потому что вот так вот, задав вопрос, вы свою жизнь не измените. Вот. То есть только если вот вам действительно хочется что-то менять, да, если вы чувствуете, что пора уже что-то в своей жизни менять, то вот в таком случае выбирайте себе специалиста, который вам понравится, профили есть на сайте. Вот, и исходя из своих предпочтений, значит, выбирайте и начинайте как бы работу. Вот такой ответ вам можно дать. На этом все. Удачи вам, всего самого доброго. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой.